Всем доброго времени суток, с вами канал Art Money. Сегодня у нас видео обзор на вот такую вот шоколадку, наверное, не знаю, что это еще пока внутри. Называется пузатик, палочка светящаяся, это мы проверим тоже. Люмик, молочный шоколад. Не знаю, что-то типа чупа-чупса, я так поняла, там на палочке. Вот. Также в конце ролика, по традиции, у нас будет фотография состава. Вы сможете посмотреть состав, изготовитель, все-все. Здесь у нас 10 грамм. Да, карамель на светящейся палочке. Ну, какая-то карамель, видимо, молочный шоколад. Вот. Давайте посмотрим, что там у нас внутри. Возьмем нашу тарелочку. Ух ты, батюшки, батюшки. Ну, слушайте, такое я еще не видела ни разу. Честно говоря, как-то я думала, что она будет похожая, тоже зелененькая. И даже не знаю. А здесь похоже больше на какой-то стержень от гелевой ручки. Ну, видимо, как раз таки он и должен светиться. Наверное, кто помнит, в тире раньше, кто выиграет, выдавали браслеты вот такие же вот. Так, также посмотрим, здесь у нас здесь вот, да, нарисован этот пузатик. Я когда покупала, нащупала, почему-то мне показалось, что там будет панда. Но нет, да, там кто-то маленький, ушастенький. А здесь ушков нету. Да-да-да, вот смотрите. Здесь ушки есть малюсенькие. А тут их нету. Вот маленькую ошибочку я и нашла. Тут зеленые, тут розовые. Сейчас попробую показать вам. Так, фокусирует. Не вижу я. Не вижу, фокусируется или нет, но там есть маленькие ушки. Так вот она выглядит сзади. Здесь вот потолще. Тут тоньше. Как-то вот острый угол какой-то. Здесь вот что-то черненькое, непонятное. Пузырик. Палочка такая, знаете, довольно толстенькая. Давайте я ее попробую. Знаете, вроде она небольшая по размеру, но даже для моего рта она слишком, не слишком, ну, довольно огромная. По вкусу написано молочный шоколад, да, она напоминает Несквик, именно вот какао с молоком и сахаром там. Что-то еще такое есть, видимо, как карамель или вот что-то такое. Ну, довольно вкусное. Конечно, еще раз бы я не купила, ну, не знаю, может быть, купила ради палочек бы. Вот, ну, довольно вкусное. Слушай, она мне в рот с трудом помещается, не очень удобно ее сосать, она все-таки большая, хоть и вот тут голова маленькая, как раз вот залазит, помещается. Но все равно не очень удобно. Вот, напишите в комментариях, мне интересно, какой цвет у вас, есть ли зеленый, все-таки вот тут написано зелененький, вернее нарисованный, у вас какой здесь нарисованный. Понравилось вам, не понравилось. А если не понравилось, то чем? Если понравилось, тоже напишите, чем. Будет интересно, также будут находить другие люди этот ролик. Им будет тоже интересно посмотреть, почитать комментарии, у кого что, как, какой попался. Вот, светится у вас он или не светится. В конце ролика
Я поставлю также фотографию, ну, попытаюсь поставить фотографию, где он светится. Я надеюсь, у меня получится сфотографировать его. Вот. И всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь обязательно. Пишите комментарии. Вот. Также смотрите мои другие ролики, кулинарные, также влоги, где я воспитываю своего маленького сыночка. Вот. И всем пока-пока.